спецзаказы бывают разные. То есть люди хотят все, что угодно. Например, вот недавно была лодка, которую мы сделали. Там попросили сделать весь салон абсолютно, чтобы не было ни одной детали, ни кожаной. Ну, кроме пола. И мы это все сделали. Кожаные стены, кожаный потолок, кожаная панель, сиденье люксового класса с обогревом и вентиляцией. И еще самое прикольное, что попросили, это туалет. Ну, мы это тоже сделали. Хотя на аэролодке-то фактически невозможно. Это была откидная конструкция на фальшборд, получается. Ну, и как бы... Вне лодки, да, она откидывается вот так, но вы можете это сделать и прямо на лодке. То есть не надо никуда выходить, просто откидываете такую штуку определенной конструкции, заходите туда, там получается шторки полностью закрывают, ну и в принципе сидите как в обычном туалете, как это назвать, да. Солнечные батареи — это для нас уже как бы обычное дело, а всякие СГУ, громкоговорители, рации, там сигналы, стробоскопы, это все устанавливаем вообще без проблем. Ну, про музыку уже все рассказал, там тоже никаких проблем. Не нужно за 500 тысяч, нужно за миллион, нужно попроще, нужно получше, да сделаем все. У нас скоро выходит новый сайт, буквально через месяц, там будет, должна быть, по крайней мере, вся эта информация. Но если даже ее не будет, вы звоните, мы обязательно вам про это расскажем и по телефону, отправим коммерческое предложение, в котором уже будет вот эти все данные, будут цены, будут варианты, что можно установить. Поэтому всегда ждем звонка и расскажем любую информацию, подберем под ваши цели и задачи все, что угодно абсолютно, и нигде ничего не скроем. То есть, если есть у нас СГУ, мы, конечно, вам про это скажем. Также мы делаем узконаправленные лодки. У нас есть опыт в различных проектах, абсолютно не в те, которые мы производим линейку, да. Нам поступает заказ, допустим, такие заказы были, как рефрижераторы, скорые для спасения, паромы. Все, что угодно, абсолютно мы делаем, у нас был уже в этом опыт. Многие подумают, что такое скорая, это раскраска, блин, крест нарисовали, да, красный и все. Нет, там было установлено оборудование, именно которое идет, вот скорой, как на автомобиле, к примеру, да. Там было место, куда положить больного человека, ну, с какими-то проблемами, капельницы, то есть оборудование, которое приведет его к жизни, да, поддержит его дыхательную систему, там, кровеносную. Это все было в ней установлено, и это ездит. Потом рефрижератор. В рефрижераторе был сделан холодильник, то есть загрузкой 2 тонны, там полностью регулировалась температура. В спасателе самое главное — это было размещение носилок нескольких человек и 2 снегоходов. Это тоже проект мы сделали, он у нас есть, и мы имеем в этом опыт. То есть заказывайте все, что угодно. Если что-то нужно, обговаривать пожарную машину, там, военную какую-нибудь, все мы сделаем. Поэтому ждем заказы, звоните, переговорим. Ну, была одна интересная модель. Приехали с Астрахани, наверное, там три дедушки, Лукич, Фомич, и еще как-то так все интересно было. Я до сих пор с ними общаюсь, такие классные дядьки, прям вообще обалденные. Это мы были еще в том маленьком цеху. Так вот, они взяли за модель с Фантом, Фантом 750-й. Наставили столько, меня просто инженер волоса добились, как это все куда поставить. То есть там был мойка, газовая печка, холодильник, подстанция, это бензиногенератор, потом подвесной мотор, управление там с гидроподъемником, там куча всего, столько было наворотов, и вот они прям настаивали на этом всем. Мы это все воплотили, прикольно так получилось. Значит, в передней части там был такой рундук, на нем же можно было и сидеть, и он еще поднимался. Тут сразу же газовая печь, то есть мы заказывали спецзаказ, размещали, и тут умывальник. То есть они говорят, мы люди в годах, нам вот нагибаться там за борта, говорит, не вариант, нам надо, чтобы тут все было. Ну, то есть они паркуются, у них там якорь, все дела, то есть заборный шланг скидывает, он там с фильтром, все. Все остальное у них автономно. Включает воду, вода пошла, то есть тут же душ, тут же все. То есть они по сей день используют этот катер,
Вот, созванивались мы в осенью в прошлом году с ними. Они очень довольны, все у них хорошо. Ну, вот такой интересный был проект. Ну, индивидуальных проектов тоже, конечно, много там. Допустим, там полукабина, допустим, да, то есть заказная там. Полкабины, остальное тент. То есть тоже такая полуробочная тема. Тоже люди индивидуально заказывали там со всяким там дополнительным оборудованием. Ну, каждый катер, он чем-то эксклюзивен. Чем-то каждый клиент хочет чуть-чуть отличаться от другого соседа. Что-то хочет, да. То есть однозначно это изобретение там вот этого оракала там на катере. Есть люди прямо индивидуально там. Мне оракал, я сам пришлю файл, мол, все. Мне вот такой-такой там раскрас есть сделать. Ну ладно, не вопрос там, все. То есть мы всегда навстречу клиенту идем, однозначно. То есть человек должен на конце получить то, что он хочет. Это однозначно. К этому нужно стремиться. Тогда будут все довольны, обе стороны. Запишитесь на тест-драйв, чтобы лично ощутить всю мощь и комфорт аэролодки «Север». «Север» для тех, кто преодолевает любые трудности.